мало ли, Чарли там. Все-таки мы взяли с собой Чарли. Жалко ему стало. И решили. Вот, поэтому девчонки говорят, ай, мы, говорит, заходим в видеоблог. Смеются. Поэтому едем в магазин. Смешные такие девчонки. А, мы попадем в видеоблог. Мы попадем в видеоблог. Вот этот, не знаю даже, как назвать, не торговый. Тут много всяких торговых центров. Видите, Спринтер, Киаби. Я иду вот туда. Аутлет. Вот. Это вот кино здесь. Синесур. Нострум, по-моему, называется. Малага Фактори. Видите, есть Манго Атлет, Бенетон, Десегуаль. В общем, сейчас все увидим. Не доезжая аэропорта, вот там аэропорт. Буквально, наверное, в километре отсюда находится. На улице жарко. Хотела одно платье надеть. Потом в температуру посмотрела. Новость, ну, новости, как это называется? Темпу. Передавали температуру. Сказали, что сегодня будет очень жарко. В Москве, говорю. В Малаге, поэтому пришла так. Платье одела обычное. Иду посмотреть, погулять. Вообще хотела на пляж съездить. Очень красиво на пляже. В порту. Ну, не знаю. В ходе магазин Левис. Или Левайс, как его везде называют. В Испании называют Левис. Мне джинсы не нужны. Обувь. Пойдемте сначала... А, нет, сначала пойдем в дамскую комнату. Боже, какие воспоминания. Я здесь не была уже, наверное, больше года. Боже, там столько много кружек. Вот этот, по-моему, я покупала здесь что-то. Тоже неплохой магазинчик был. Вот этого не было. Вот надо сюда зайти. Кружку хочу какую-нибудь большую и классную. Ой, смотрите, какая шикарная. Тут вот видим сова. Такая прикольная. Чай мне не вставать будет. А из этой как пить-то? В рот, что ли, его запихивать? В общем, прикольно. Ой, недорого, смотрите. €50 большая чашка. Вот это мне прям... Я люблю большие, чтобы, знаете, налить и на целый вечер. В общем, сначала пойду в дамскую комнату. О, прозрачная. Смотрите, какая классная. €2.50 стоит. А вот еще больше. €3.90. Чайнички. В общем, шикардос. Сейчас пойду сначала в туалет схожу, а потом буду уже по магазинам ходить, наслаждаться Десегуаль. Очень мне нравится все цветное, такое ляпистое. Ну, это... Даже почта есть, представляете? Конечно, многое позакрывалось, многое подкрывалось. Мы идем в туалет. В туалете, по-моему, никого нету. Ну, как тут вкусно пахнет. Чисто, смотрите, как. Ой, может, как тут вкусно пахнет. Прям духи настоящие. Пойду сейчас в телекорт. Ой, опять тут тоже все по-другому сделали. А где кассы, интересно? Раньше тут были кассы. А где они сейчас? Очень интересно. Все по-другому. Вот что значит год не ходить. Вот видите, он огромный магазин. Я тут буду шататься курточкой. Курточка мне бы нужна была. Тут длинная. Длинная мне не надо. Давайте посмотрим цены какие. Вот, например, вот стоило, смотрите, видите, 129,38 сейчас. Вы поняли, да? Хорошие скидки какие. Так симпатично, но вот, чтобы оно не длинное было. Польта. Антея. 149, сейчас 44. Хорошие цены какие. В общем, я сейчас повыбираю. Может быть, какую-нибудь куртенку себе выберу.
Ох, какая тяжелая. Прям стеганая. Не люблю, когда валяется на полу. Вот. Если что-то вам интересное найду, смотрите. Шуба какая красная. Прекрасная, только без ценника. Здесь даже можно цены такие. Где... А, вон кассы, где поставили. Цены могут на... Ой, смотрите, по размерам поставили все. Меняться на кассе. Симпатичный какой. Сколько, смотрите, цена. Была 120, сейчас 48. Вот так вот. Все-таки давайте посмотрим, сколько шуба стоит. Шуба-то сколько стоит? 31. Была 80. Хорошие такие скидочки, правда? Также здесь очень много обуви. Обувь такая хорошая, качественная. Вот. Можно выбирать тоже. Что бы вам интересно найду сейчас. Вот смотрите, 60% скидка обувь продается. Симпатичные какие эти. Так. Тут 30 минус 60%. Сколько получается? Считайте. Неплохие цены, да, получается? Такие же. 130. Кожаные. Здесь надо с калькулятором ходить, чтобы потом вот так вот высчитывать. Боже, смотрите, какая красота. 25 евро. А, мех там только. Ну да, со смехом. Прикол. Со смехом. Так. Буду, ладно, посмотрю. Обувь вам показала. Спортивная обувь здесь. Например, вот Пума. Пума. Стоили 100 евро. А сейчас, хрен его знает, сколько сейчас. Ну вот какие-то кроссовки стоят. Стоили 90, сейчас 44. Так вот все цены. Вот эти прикольные, неплохие, да? Adidas. Эти какие-то смешные такие. Так у нас тут что-то нет ценника. В общем, я вам пока показываю, я сама ничего не смотрю. Найки. Найки. Почему не сколько-то? Скидочки, скидочки. Он прям вкусно пахнет кожей. 80, но должна быть какая-то скидка. 100%. А вот спортивная одежда. Пойду спортивный лифчик поищу. Вот, кстати, неплохой застегивается. Такой сзади. Шортики под него. Там уже мужская одежда пошла. Манго пришла. Тоже атлет. Аутлет. Так, посмотреть, что тут есть. Куртеночки. Ну, у меня такая красная есть. Кого хочу? Не знаю. Кого знаю, не хочу. В общем, тоже большой магазин. Такой, и тоже везде скидки. Штанишки, допустим, стоили 29, сейчас 16. На лето шикардос. Шикардос. Джинсики стоили 30, ну почти 40, сейчас 23. Хорошие скидки, правда? Маечки. Мне уже желудок бурчит, кушать хочется. Польта. Давайте посмотрим. Например, вот это красное. Было 119, сейчас 80. Платье длинное. Какое-то качество не очень. Невкусное качество. Вот видите, польта были 119, сейчас
сейчас 70. Так вот, шубы. Что тут еще есть интересного? Даже не знаю. Вы знаете, когда ничего не надо, это все смотришь как-то безразлично. Даже не знаю, вот к чему. Глаз не прилипляется ни к чему. Так, хожу вот вам показать. Так, что-то особого желания. Кардиган. 30-40 евро, сейчас 26. Кардиганчик. Так. Юбочка какая интересная. Колокольчик. Как шторка такая плотная. Цена 26 евро. Стоило 40. Так вот. Ой, кожаный, прикиньте. Кожаное какое-то это платье, наверное, было 70, сейчас 40. Кожаное прям. Надо же. Платьишко. Такое суперлетнее. Тоже какое-то платьишко. Так, оно у нас 20 евро стоит. Ну, так вот как-то. Как-то так. Обувь тоже вот есть. В общем, идем дальше. Так, а дальше у нас манго. Мы тут брыли. Обувь Мустанг. Мустанг. В общем, сейчас тут музыка орет так.
приехали в Велес-Малагу. Это находится между Малагой и Матрилем, нашим городом. И пойдем в Эльхенью. Пойдем сейчас покушаем где-нибудь там наверху. Рестораны разные, потому что очень хочется жрать. Уже поели. Сейчас пойду прошвырнуть по магазинам, которые здесь есть. Ели мы вон там. Как всегда, в морде лопаста. Тут вот такой ресторанчик. А теперь иду в магазин. Здесь есть такой один магазин Динос. Вот. А потом... Ну, тут много разных торговых центров. Поехали. Мы уже дома. Знаете, я так устала, у меня так башка болит. Ну, есть еще пару часиков для, до сумбы. Я наконец-то вчера зарезервировала себе сумбу на 7:30, представляете? Так что я очень рада, что смогла это сделать, вот как мне сказали, на той неделе. Потому что бы на 5, ой, на 4 я бы никак не успела. Время 5:30, мы только приехали. Купила вот такую себе чашку, смотрите, какая она классная. Вот, что-то выбирала. И вот такие для суха, это бамбуковые. Похоже на пластиковые, но это бамбук. Смотрите, вот. Блин, вот видите, бамбук. Мне кажется, прикольно. Для супа самое оно. Сейчас буду пить чай в новой кружке. Помою ее. И еще купила себе куртку. Сейчас вам покажу. Чаю попью и покажу обязательно. Надеюсь, что вам видно куртку, которую приобрела. Вот такая, в общем. Блин, мне кажется, нифига не видно сейчас. Вот тут, наверное, лучше. Просто там телевизор смотрит, там политика. Она нам нужна? Не нужна. В общем, я хотела такую, чтобы блестела. Была большая. Вот. С капюшоном. Чтобы не ходить из спортзала. И, в общем, вот такая куртеночка. Мне она очень понравилась. Она может здесь вот так вот, ну, вот так делаться. Но мне это не надо. В общем, мне вот так нравится. Вот. Ну, конечно. Хотя и с этими штанами в спортзал нормально. Это я в спортзал пришла. Так что вот такая вот куртенка. Видите, вся блестит. Темно-синяя. Как вы могли бы заметить, на зиму вообще зашибись. А вот. И была еще одна. Знаете, какая? Ну, там, блин, флаг русский, российский был, белый, синий, красный. Я думаю, меня люди не поймут. Не то, что не поймут, но как-то слишком много белого было. И, в общем, с моим Чарли, вы знаете, когда начинают стрелять, его же надо на руки брать. В общем, это не вариант. Но вообще тоже такая она блестючая была. А вот. И вот такая вот. У меня есть красная куртка в облипочку, которая, в общем, тоже такая она, ну, баллоневая, да, скажем так, более классическая. А вот мне хотелось, чтобы что-то такое, вот, чтобы вот так вот было. Чтобы раз, с карманами. Блин, надеюсь, видно там все вам. Вот, мне она понравилась. Она стоит 30 евро. И недорого, кстати, все куртки 60-70, вот, которые мне нравятся. Ну, там синтепом не так распределяется. Вот. В общем, мне понравилось очень. И она такая воздушная вся, как пирожок. Будем ждать. Ой, сейчас нет, потому что очень жарко. Ох. Будем ждать прохлады. Я сегодня, представляете, с женщинами со всеми почти пообщалась. Ну вот, нормально так. И, значит, одна стоит там и говорит: я завтра не приду, я на пляж поеду. Я такая: на пляж? Она: да. Я говорю: она: я купаюсь вовсю. Я говорю: а вода какая? Она говорит: теплая. Как это так может быть? В ноябре вода теплая. Чашечки сейчас помою. И посуду вчерашнюю надо разобрать, потому что я не разобрала. Так что, представляете, люди еще купаются на море вовсю. Это мы филоним. Очень много народу было, женщин вообще. Все плясать любят, плясать.
Вот так вот. После, тем более после выходных, тем более выходной был пятница, суббота и воскресенье. Вообще не очень привычно ходить в норму. Вот. Но я на велосипеде поездила. Потом типа вот по лестнице походила. В общем, все нормально. Все окей. Все сделала. Все, что надо. Надеюсь, жиры, которые я наела на эти выходные, растрясутся. Ну все, друзья, буду с вами прощаться до завтра. Тут надо кастрюльку убрать. Сейчас чаек под... Вот, кстати, у меня цикорий закончился. На завтра, по-моему. Никто не знает. А, у меня же кофе есть. Можно кофе заменить. Но надо купить. Цикорий мне не понравился. Куплю себе вот это вот напиток кофейный. Вот, он там цикорий 17%, а остальные злаки. Мне он больше понравился. Больше, как знаете, вкус кофе. И да, не такой горький, но, в общем, больше мне понравился. Так что опять в магазин ехать надо. Поэтому не понимаю, как люди раз съездят в магазин и усё. Я так не умею. Мне нужно каждый божий день, потому что постоянно что-то забуду. На улице жара несосветная. Я ехала, шла вот в эти вот костюм спортивный и вся спарилась. Ой, ну ладно. Пускай стоит жара. Так что все, друзья. Всего вам самого наилучшего. Ставьте лайки, если вам понравилось. Если вам не понравилось, тоже ставьте лайки. Всего вам самого наилучшего. И встретимся с вами завтра на работе. Пока-пока.